Приветствую, меня зовут Сергей. Приехал к ребятам на доработку выхлопной системы, что-то похожее под РС. Узнал о ребят 2 года назад, слежу уже достаточно давно в Инстаграме. До этого была Шкода Октавия 1.4 2013 года. Сделал доработку выхлопа, но без заслонки. Поездил неделю, не очень понравилось, потому что постоянный, скажем так, гул, некомфортно. Вот решил исправить ошибку, приехал второй раз, Шкода Октавия, 2020 год, 1.8 объем, ДСГ, но уже с вакуумной заслонкой, что было 2 режима. Сейчас все сделают, послушаем, что из этого выйдет. Надеюсь, что все будет хорошо. За ребятами слежу давно, рекомендую, в принципе. Делали у них еще мотоцикл КТМ летом. Полностью с нуля делали индивидуальный подход, скажем так, еще у ребят хороших. Тоже был, в принципе, доволен. Спасибо большое. Все, супер, сделаем. Спасибо. Красавчик. То, что надо. Зацепа нет. Надо лето ждать, чтобы было эффективно. В принципе, я не сомневался. Я третий раз приезжаю, тут даже спорить нечего. Спасибо, ребят.